Доктор, пожалуйста, скажите, как есть. Все очень плохо, Арина Юрьевна. Ваше состояние ухудшается. Но я же делала рентген месяц назад. Вы сказали, что лечение поможет. Да, говорил. Но, увы, к сожалению, я ошибся. Лечение не помогло. У вас серьезная травма позвоночника. И спинно-мозговая грыжа прогрессирует. Ну и какие прогнозы, доктор? Честно, неутешительные. Через некоторое время наступит полный паралич нижних конечностей. Что? Да-да, Арина Юрьевна. К сожалению, через некоторое время вы не сможете ходить. Но ведь можно сделать операцию. Операция бессмысленна. Необратимые процессы. Но можно же хоть что-то сделать. Ничего. Извините. За что? Зачем мы поехали только в этот Таиланд? Чтобы я там погибла в цунами вместе с нашей дочкой. Ириш, ну не говори так. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Ариша! Ариш. Ариш, пожалуйста, успокойся. Нельзя сдаваться. Арина все время спрашивала себя, почему трагедия случилась именно с ней, и не находила ответа. Она не смогла смириться с приговором врача. Арина поехала к бабушке. О моей бабушке она узнала от коллеги по работе. Я хочу знать свое будущее. Скажите, это возможно? Зачем пришла, если сомневаешься? Не знаю. У меня беда, мне очень трудно. Ко мне с радостью редко приходят. Аня... Подай ей гребень. Расчеши волосы. Кто страшится телесной боли, обретает боль душевную. Хватит, дай. Ты недавно пережила большое горе. Погибла твоя дочь. Девочку звали Машей. Да, все так. Люди, значит, не врут. Вы, правда, ясновидящая. Ты правда хочешь знать свое будущее? Хочу. Что? Что вы видите? Инвалидное кресло. Спасибо. Все, больше не надо ничего говорить. Я все поняла. Прощайте. Ты еще вернешься. После разговора с бабушкой Арина больше не питала иллюзий относительно своего будущего. Что ее ждет? Инвалидность, беспомощность, жалость мужа. Она не хотела, чтобы любимый муж видел ее немощь. А еще она чувствовала вину перед Сашей за то, что не уберегла дочку. Арина понимала, из этой ситуации у нее есть только один выход. Арина решила уйти от Саши. Она надеялась, что успеет собраться и уехать до его прихода с работы. Что мы делаем? Ты видишь, собираю вещи. А что происходит? Я ухожу от тебя. Что? Давай обойдемся без сцен. Конечно, ну... Ты объясни, почему, что я сделал? Дело не в тебе. Я не люблю тебя, Саш, прости. Я давно не люблю тебя, просто пока жива была наша дочь, я старалась сохранить семью. Теперь нет смысла. Вещи Машеньки тебе не нужны? Так бред какой-то. Да, мы пережили страшную трагедию. Машенька погибла.
Мы же не сошли с ума. Ариша, вместе мы сможем все пережить. Нет, я не хочу тебя видеть. Ты понял? Ариш, я понял. Доктор тебя напугал. Ты боишься? Боишься, что я тебя брошу, если ты не сможешь ходить? Ну, пожалуйста, не молчи. Я не хочу губить твою жизнь. Ты погубишь, если уйдешь. Ариш, я буду ухаживать за тобой. Я буду возить тебя на коляске. Я люблю тебя. И буду любить всегда. Прекрати, хватит, я ухожу. А я? Ты обо мне подумала? Что со мной будет? Ариша, ведь это я настоял, чтобы вы поехали в Таиланд с Машенькой. Из-за меня ты получила травму. Машенька погибла тоже из-за меня. Я во всем виноват. Вот поэтому я и ухожу. Потому что пока мы вместе, ты не перестанешь себя винить. Успокойся и просто живи. Ариш. Ариша. Арина приняла решение уйти от мужа к своему однокласснику Диме. Она знала, что Дима давно ее любит. И она была уверена, он ее примет любой. Да. Аришка, прошу тебя, не уходи. Я уже ушла. Это же глупо. Ну вспомни, как там было хорошо. Я все забыла, все, Саш, пожалуйста, не звони больше. Будешь звонить, смени номер. Арина все честно рассказала Диме. Про то, что скоро станет инвалидом, и про то, что ушла от мужа, потому что не хочет быть ему обузой. Димка, если ты не примешь меня, я пойму. Ты ведь любил меня здоровую. Почему любил? Я и сейчас люблю. И всегда буду. Я, к счастью, однолюб. Знаю. Но ты же понимаешь, что я иду к тебе, потому что больше некуда пойти. Тише. Если ты будешь со мной, я буду счастлив. И ничего другого говорить не нужно. Врач сказал, что ноги откажут месяца через 3. Тебе придется возить меня на коляске. Это хорошо. То есть я хотел сказать, что я буду рад помочь тебе. Да, и еще я тут заморачивался по поводу смысла жизни, и вот теперь он у меня есть. Это ты? Ты разведешься с мужем? Да. И выйдешь за меня? Выйду. Скажи мне, что это не сон. Это не сон. Аришка, ты как раз вовремя, ужин уже почти готов. Как ты вошел? У тебя дверь открыта. Чего тебе надо? Я пришел за женой. Ну что, ублюдок, успел воспользоваться ситуацией? Слушай, пошел отсюда. Я люблю Арину и никому ее не отдам. А ты, ее не достоин. Ах ты, сволочь. Слушай, ты, она моя, ты понял? Ты ее никогда не получишь. Меня она любит, а тебя, урода, просто использует. Ты понял? Пошел отсюда! Прекратите! Ты зачем пришел? Ариш, нам нужно поговорить. Нет, не нужно. Уходи. Арина не рассчитывала, что Саша решится прийти к Диме. И не думала, что ей будет так больно его видеть. Но она понимала, что пути назад нет. Саш, не приходи больше. Ариш. Пожалуйста, оставь нас с Димой. С тобой теперь чужие люди. Мы еще муж и жена. Формально. Я завтра подам на развод. Нам делить нечего, ни детей, ни совместного имущества. Нас быстро разведут. Ну, это бред какой-то.
подумай еще раз. Я подумала. Уходи. Арина очень переживала из-за расставания с мужем. Но в то же время она хотела наладить свою жизнь с Димой. Поэтому снова приехала к бабушке. Я от мужа ушла. К однокласснику. Так надо было. Знаю. Димка меня любит, на руках носит. Пылинки сдувает. Казалось бы, что еще женщине нужно? Но у меня такая тоска на душе. Помогите. О чем ты меня просишь? Я хочу просто жить. Спокойно. Все ищут душевного покоя, но не все его находят. Аня, дай ей яйцо. Ты правильно сделала, что ушла от мужа. Теперь ты узнаешь что-то важное, чего раньше узнать бы не смогла. Крути на столе. Остановись. Мне дай. У мужа твоего есть другая. Вижу ее с ним в постели. У Сашки другая женщина уже. Так быстро. Она и раньше была, когда вы вместе жили. Кто она? Это женщина невысокого роста, волосы черные, как смоль. Имени сказать не могу. А не нужно, я и так поняла. Это Оля, моя лучшая подруга. Арина хотела поговорить с Олей, но дома ее не было. Она решила подождать подругу возле дома. Как ты? Почему без звонка? Привет, тебя жду. Не хотела звонить. Ну, тогда идем. У меня есть твой любимый горький шоколад. Давай здесь поговорим. Давай. Ну, как ты, подруга? Так, не очень. Справлюсь как-нибудь. Да держись, ладно? Хорошо. Зачем мы только в этот Таиланд полетели? Это вопрос? Нет. Это крик души. Слушай, а... Вы что, с Сашкой вправду разбежались? Правда. Теперь можешь сменить духи. Ты о чем? У тебя такие же духи, как у меня, и появились они у тебя 2 месяца назад. Как раз в тот момент, когда я в больнице лежала. Не хотела подставлять любовника. Хвалю за смекалку. Да при чем тут я? Эти духи мне Саша... Я не хочу. Не парься, все нормально. И давно ты знаешь? Это не важно, у меня к тебе просьба. Ты не бросай, пожалуйста, Сашу. Я? Конечно, мне кажется, он тебя любит. Странный разговор получился. Но я рада, что ты все узнала. И знай, Арина, он меня не любит. Он даже в постели меня Ариной называет. Это пройдет. Нет, не пройдет. Я влюбилась в него, как кошка. Я знаю, что я гадкая, подлая. Арин, пойми, но я не могу без него. Я заикнулась ему о свадьбе. Он меня среди ночи из квартиры выгнал. Он же сам всю жизнь от тебя гулял, но ревновал страшно и боялся, что ты его бросишь. Поэтому подкупил врача, чтобы тот про диагноз наврал. Что? Арина, это я со злости, не слушай меня. Говори. Говори, что? Что говорить? Я и так тебе уже все сказала. Все нормально с твоим позвоночником, здоровая ты. Саша просто начитался всяких глупостей, что родители расстаются после гибели ребенка. Вот и придумал весь этот бред с инвалидностью. Понимаешь, он не знал, как тебя удержать, а теперь не знает, как тебе признаться во всем. Ну зачем? Я же не собиралась его бросать. Я не знаю, не спрашивай меня. Может, он сбрендил от горя. Как он мог? После смерти Машеньки.
Прошло несколько дней. Все это время Саша не находил себе места. Он хотел удержать Арину, а получилось все наоборот. В этот вечер он решил все рассказать Арине и попросить прощения. Ариш, у меня нет прощения. То, что сказала Оля, это правда? Правда. Я действительно подкупил врача. Зачем? Понимаешь, по статистике, после гибели ребенка супруги в большинстве случаев расходятся после 3 месяцев. Они просто не могут пережить гибель ребенка вместе. Я не хотел тебя потерять. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Теперь понимаю. Но тогда я только думал о том, что я не смогу без тебя жить. Боже, какой я был дурак. Ариш, ну подожди. Я думал, ты испугаешься инвалидности. Новая беда хоть как-то притупит боль. Потом пройдут эти критические 3 месяца, и ты уже не уйдешь от меня. Я просто пытался тебя удержать. Ариш, вернись ко мне. Я умру без тебя. Мне пора. Ариш, ты вернешься? Я подумаю. Арина не смогла забыть Сашу. Она любила его и потому решила к нему вернуться. Теперь ее мучил вопрос, как все объяснить Диме. Она ждала его, готовилась к трудному разговору. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Слушаю. Алло, здравствуйте, Алексей Михайлович. Это Арина. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, где Дима? У него телефон недоступен. Арина? А Прохоров тебе что, не позвонил? Нет. С Димой произошел несчастный случай. Порвался трос у лебедки, ему перебило ноги. Его везли на скорой. Арин, ты звони, если помощь какая нужна. Прошло несколько дней. Дима пришел в себя. Арина как могла поддерживала его. Кем вы ему приходитесь? Невеста. Ясно. Доктор, скажите, что с Димой? Простите, но порадовать мне вас нечем. Травмы очень серьезные, кости таза сильно раздроблены. Ваш жених не сможет ходить. Что? К сожалению, чудес не бывает. Советую купить для него хорошее инвалидное кресло. Простите. Здравствуйте. Здравствуй. Арина снова пришла к бабушке. Она не знала, как поступить, и хотела попросить у нее совета. Рассказывай. Вы оказались правы. Между моим мужем и лучшей подругой действительно был роман. Я бы действительно об этом не узнала, если бы не ушла от Саши. Вот только инвалидная коляска... Она не для тебя. Теперь я знаю, для Димы. Я совсем запуталась. Я люблю мужа, но Диму оставить не могу. Он никогда не сможет ходить, и бросить его в таком состоянии подло. Что мне делать? Дай руку. Вижу тебя в свадебном платье, вижу улыбку счастья. Да, ты будешь счастлива. Иди и смотри, не потеряй своего счастья. Спасибо. Прошло 3 месяца. Арина не оставила Диму. Хотя он пытался ее выгнать. Постепенно Арина свыклась с ролью сиделки и несла свой крест. Арин, нам нужно серьезно поговорить. Дим, я не уйду. Не вздумай меня выгонять. На что ты хочешь потратить свою жизнь? На что, на кого? На любимого человека. Ай, брось. Ты ведь со мной из жалости. Слушай, Дим, ну прекрати, правда. Смени пластинку, надоел уже. Ты мучаешь меня. Чем? Ты меня не любишь, а мне невыносима эта мысль. Все мужчины одинаковые, все нытики. Тебе не удастся от меня избавиться.
Сашкой мы развелись, так что теперь ничего не мешает нам с тобой расписаться. Или ты передумал жениться на мне? Да, вот именно. Передумал. Врешь. Я тебя и спрашивать не буду, просто в ЗАГС отвезу и все, все дела. Приближался день свадьбы. Арина уже знала, что ее бывший муж расстался с Ольгой, но не стала ничего говорить Диме. Арине хотелось хоть как-то приободрить Диму. Сначала они решили расписаться скромно, без торжественных речей. Но в последний момент Арина все же заехала в салон для новобрачных. Она подумала, что Диме будет приятно, если она наденет свадебное платье. Где была? В салоне для новобрачных. Кое-что купила. Что? Ну, сам догадайся. Свадебное платье. А-а-а. Понятно. Показать? Нет. Жених не должен видеть невесту до свадьбы. Плохая примета. Так, а как же мы тогда завтра поедем? Раздельно. Ну, ты что-нибудь придумай. Ну, а что придумывать? Я поеду в парикмахерскую делать прическу, возьму платье и там надену. Ну, отлично. Ну, так и договоримся. Вот, мне нравится такое твое настроение. Ты будь таким. Пойду тебе приготовлю что-нибудь на ужин. Спасибо тебе. За что? За то, что ты у меня есть. Арина ждала Диму возле ЗАГСа, но он почему-то опаздывал. Привет, это ты? Привет. Жених что-то задерживается. Не знаю, может, пробку попала. Звоню, недоступен. Я уж волноваться начала. Арин, Дима не приедет. Как не приедет? Он просил передать тебе это письмо и сам уехал. Куда уехал? Я не знаю. Милая моя Ариша, ты не представляешь, как я тебя люблю. Ты сделала меня счастливым, пусть и ненадолго. Я знаю, ради меня ты готова принести свою жизнь в жертву, но я не могу ее принять. Я освобождаю тебя от всех обязательств. Будь счастлива, а меня забудь и никогда не ищи. Прощай, Дима. Арина пыталась разыскать Диму, но так и не смогла. Она даже обращалась за помощью к бабушке. Но бабушка тоже не смогла ей помочь. Или не захотела. Дима, как настоящий мужчина, принял для себя единственно верное решение. Исчез из жизни Арины. Через некоторое время Арина вернулась к Саше. И они сыграли вторую свадьбу. Именно эту свадьбу видела бабушка.